Всем привет. Итак, меня часто спрашивают, куда я поеду дальше. Отвечаю, я поеду в октябре, в конце октября, по конец ноября или на декабрь, на месяц в Барселону. То есть поеду я, Митя, с которым я был в прошлую зиму в Барселоне, и Коля. Так как у Коли отпуск месяц, вот он поедет на месяц. Сколько нужно с собой денег? Если нет паспорта, то паспорт 2500 сделать. Виза нужна любой страны, типа Шенгенской, Евросоюз, это будет стоить 5000, то есть это 7. Билеты будет стоить 5-7 тысяч в одну сторону, то есть, ну, я думаю, в десятку можно уложиться, в 11 тысяч туда-обратно билеты. Питание, ездит, поесть, в принципе, на полдня хватает, то есть 2-3 евро в день хватит на питание. Проезд бесплатный, тоже там можно прыгать и в автобусах, и в метро, только поаккурату от контролеров. Жить на улице где-то 10-12 ночи будет, с собой взять спальник. То есть на месяц надо будет 30 тысяч вместе с билетами и с визой. Это по части вот этого тура европейского. Дальше. Хочу сделать еще псих-тур, то есть я, Five, Вадим Абрамов, Рома Алимов и Гуля, что мы все встретились в одном месте в Китае, поехать в Шанхай, попробовать и подзаработать и покататься. И потом визу сделать на 2 месяца. Виза стоит от 3 до 5 тысяч на 2 месяца. То есть я сделал тогда на 4 месяца за 5500. После Китая, после 2 месяцев, поехать в Таиланд на месяц и Гоа на месяц. Если, конечно, Китай будет работать еще нормально, то можно еще, в принципе, продлить визу и там остаться. Так что это такие вот планы, если кто там хочет сконнекчиваться, пишите. Итак, встретился с Завертоном, он был на Гоа зимой 3 месяца. Какие там движухи? Снять комнату одному стоит 10 тысяч, можно вообще, если по чипу нарулить, то за 15-20 тысяч снять дом. То есть там жилье дешевое, то есть 10 тысяч вполне хватит на месяц, чтобы снять комнату. Мотик снять на месяц стоит 3500 минимум, то есть очень дешево, можно двигаться также, ну, по городу, и вообще все будет клево. Дешевые фрукты и дешевая рыба, можно тоже питаться недорого. Также есть бонусы, то что если ты приводишь в бар или там с ребятами познакомиться в бизнес, ну, туристов, то они тебя могут накормить или напоить бесплатно. И также можно у них и, в принципе, остаться жить, если ты в хостел там направляешь их. Просто там пишешь заранее, собираешь группу людей уже, и, ну, можно получить хорошие бонусы за это. Также ребята еще подрабатывали, сделали сами там скимборды, ну, такие, чтобы, ну, кто знает, на лыжах кататься, типа на берегу моря. И этим подрабатывали, обучали русских и иностранцев кататься на скиме, чуть-чуть тоже подзарабатывали. Так что такая движуха, билет стоит примерно будет с Китая или с Таиланда 1007-9 до Гоа долететь. И обратно уже с Гоа до Питера 1015 будет стоить примерно.